Вот она мечта розовая. Такое, наверное, только раз в году можно увидеть. Где ты видел его? В Японе. Это впервые. 普通にだから1回目2回目の接種券が普通にやってる行ったんでしょ。そうでもその時あの最初はあのスプートニク打てるって言ったらなんか特別に検査受けなさいって言われたので、だからロシアでやってその後は日本でスプートニクとファイザーの交差接種とかあんまりやってないもんね。やってないですね。 Первый раз вживую. Очень много спорткаров, ну и вообще машины. Сегодня 14 число, пятница. Первый день салона, он больше для бизнес-партнеров. Для посетителей он будет завтра открыт. Я так понял, основная экспозиция будет, как обычно, тюнинг. Различные запчасти для тюнинга. Ну, говорят, и новые автомобили тоже будут выставляться. Сейчас посмотрим. Всего 13 холлов, ну, успею, обойду. На этом стенде выхлопные системы Fujitsubo. Компания очень известна как в Японии, так и за ее пределами. Сегодня, слава богу, народу вообще мало. Во-первых, это день неофициального открытия, больше для бизнеса. А во-вторых, из-за короны многие отказались. В основном детали подвески, тормозной системы, суппорты, диски, колодки. Ну, также такие вот вещи для двигателя. Выхлопная система. На стенде Blitz стоит новый 300-й в комплектации GR. Мы видим, у него тут воздухан. В общем-то, все навороты от компании Blitz. Вот в такой комплектации. Сотый, точнее 300-й. Компания Blitz Japan, это производитель тоже различного тюнинга для спортивных машин. Toyota новая. Хачироку. Сцепление, подвеска, охлаждение. Даже кресло есть офисное. Легендарный двигатель от Skyline, от GTR RB26. Вот он заряжен компанией HKS. Тоже известный производитель тюнинга Грэди. Все это у нас и выхлопы, моторы. Бренды Trust, Grady, кресло Bright, вот такой вот Suzuki Jimny. Сзади у него такая переноска, как на Prado подобная, что-то на нее можно ставить. Grady Trust.
бренда Автобакс в плане тюнинга. Ну, у них есть своя команда гоночная. Потому что они там выставляют болиды как раз. Ну и ЧКС тоже известный японский, по-моему, тюнинг. Не знаю, есть англоговорящие ребята на стенде. Сейчас, по идее, виз не дают на посещение Японии. Может быть, постоянно, которые здесь находятся. Ну, профессиональные какие-то обзоры делают. Может быть, по какому-то заказу. Может быть, и мы дорастем. Это тоже Nissan RB26. Тоже заряженный. Последняя модель Mitsubishi Delica, такая вот в заряженном варианте для outdoor, для кемпингов и так далее. Delica D5. Раньше был EK вагон, это K-EV, то есть полностью уже электричка. Так вот она называется. Здесь у нас последняя модель Outlander. Так он симпатично выглядит с кормы. Это уже Mitsubishi Eclipse, чуть поменьше машина. Тоже комплектация Rally Art. Eclipse Cross. Outlander своей раскраской, дизайном чем-то на Range Rover смахивают. Что-то есть отдаленное. Белые, черные тона. Все, идем на выход. Единственное, к Делике еще можно подойти. Павильон Toyo Tires, резина. С Mitsubishi опять Outlander. А это 300-й. Выставка огромная. Я уже полчаса хожу. Я даже, наверное, половину не успею пройти здесь. Это новенькая Supra. Тоже на стенде Toyo Tires. Ну и 200-й крузер, который, наверное, участвует в ралли Париж-Дакар. Много очень наших поставщиков, которые спонсируют. Это стенд Вега Гамма. Это уже стенд Nissan. Вот их новый логотип. Когда был на производстве Тары ниссановского масла, уже логотип был новый на ней. Так вот он нарушает. Компания Busso. Это, наверное, прототип нового GTR. Nissan Z тут GT, точно.
говорили, что будет выставляться эта Z-ка типа Fair Lady новая. Но это, я думаю, прототип еще. Как она выглядит сзади, даже под старый дизайн сделаны. Задние фонари, как у старой Fair Lady. Также она есть на стенде у Nissan. Сюда за ограждение можно пройти только зарезервировав себе место. Ну. Оптика очень похожа на прошлое поколение. Ну, он тоже Fair Lady. Оранжевая уже стоит. Они сейчас ее на запчасти разберут. Фанаты японские. Еще одна новинка Nissan Ariya. Наверное, это тоже полностью электричка. Несмотря на то, что народу не так много, но просто не подойти. Завтра будет здесь, конечно, полный ажиотаж. Все бесцеремонные, все лезут. Несмотря на то, что японцы. Это типа караван с солнечными батареями. Неужели он едет и сам заряжается? Наверное, в этом есть смысл. А это стенд компании Winmax, насколько я знаю. Это тюнинг. От Илья, оно принадлежит производителю тормозных колодок МК Кашияма. Чтобы зайти на стенд Endless, нужно проверить температуру. Здесь я это сделал. Сейчас давайте еще раз попрыскать руки. И вот такая вот комната с кальяном. Все, обкурили. Ну уж больно задние стопори похожи на Хонду. Здесь что это на старый Сайра? Ну это Мерседес у нас. Очень известный тюнинг-ателье.
Маслайн для рейсинга, то бишь для гонок. Разные гонки, разные масла. Ну вот они такие, что раритет еще поставили. С дисками Никай. Альфа Ромео. А это Мазда. Я думал, это Мерседес из фильма «Достучаться до небес», на котором Абдул ездил. Это у нас Ниссан. Сильвия, да? Сильвия. Ну вот такой вот ангелочек мой стоит, улыбается. Только в маске. Вообще, наверное, выставляются все спортивные команды, которые только есть в Японии здесь. То есть это не просто тюнинг-отели, а реально спортивные команды, которые участвуют в различных японских гонках. Диски Рейс. В России их завозят. Знаем, кто завозит. Есть такая компания с Владивостока SV Project. Я подписан на их инстаграм. Вот они часто что-то такое завозят. Я думаю, что являются официальным дилером по многим брендам для тюнинга. Мазды. Рыксы. Опять японец полез под хвост смотреть. Нет, понятно, интересно. Suzuki Jimny сделаны под гелик. Ну и Кей Тора, то есть Кей Трак, маленькие грузовички, малолитражные.
Это еще несколько холов. Я уже еле хожу. Все, реально, надо приезжать дня на три. Так, походу решетка от нашей Нивы. Что такое, надо разобраться. В этих холлах уже чисто машины затюненные. Это краун так сделали. Toyota Century. Какой-то специальный эдишн. Она такая удлиненная. Я не видел такой ни разу на улице. Это тюнинг, который называется NATS. Это Supra. Это тюнинг от Муген, я так понимаю, оно принадлежит Honda. Мы, кстати, для этой компании поставляем тормозную жидкость. Парни на головах такие, шапки в форме болидов. Тут все до кучи, мотыль, все прочее. К сожалению, сотовый телефон не передает красок. Все, ну реально, все очень-очень красное, очень-очень яркое. Сейчас вот думаю, что купить для того, чтобы снимать видео. Фотографии есть такая влог-камера у Sony. Специально делать всякие блоги, влоги, видео и так далее. Но что-то сомневаюсь. И в Suzuki G мне сделали вот такого монстра, прям задрали его. Он смотрится больше, чем крузер 200-й. Тюнинг мини-автобусов — это вообще отдельная тема у японцев. Они их и занижают, и завышают. Ну и свет, и музыка, все что угодно. Бывали случаи, когда с аукционов берешь машину, и про салон ничего не прочитал, а там салона может вообще не быть. Либо все в каких-нибудь котятках розовых. Джимни, но они каждый год выставляются, ну только в предпандемийные, точнее в пандемийное время их не было. Так вот, и машины фанатов много в Японии очень. Мне там только спереди в обнимку с кем-то сидеть, поэтому пока не покупаю. Тоже на Ниву похоже с мордочки. Это Midwheels. Это Мицуока Бади. Мне кажется, она Бади RAV4 сделана. Написано, что она продается. Просто подходишь и спрашиваешь. Здесь опять джимник под Гелена. Стоит, наверное, как Гелен. Подержанный, может, только. Блин, ну красиво сделали. Под старинку. Какая у нее попа. Под
Кадиллак. Что это они наделали? Компания Stanley. Их лампы мы продаем на автомаркете, но сейчас в данный момент поставки в России остановились. Тупо не сделали сертификацию, они тупо подняли цену в свое время. Ну, это для грузовиков, для грузовых отсеков лампочки. ЛЭДшки уже разные идут. Но вообще есть гоночная команда Stanley Raybrick. Такие вот у них болиды. Мы до одного времени были у них тоже спонсорами. Я уж не знаю, сейчас он... спонсоры нет, наверное, уже нет. Здесь стенд Honda. Honda N-Box для маньяков, наверное. Ну, здесь все новые модели, включая автобусы, малолитражки. Это новый Fit, но, в общем-то, он не такой новый. Оптика вроде та же. Вот они туманочки, может, сделали только. Но... Ну, интересно у него дизайн, хотя похож на Japan Taxi от Toyota, морда. Новый Везель уже на дорогах видно. Уже, наверное, как с полгода он продается. Начали LED-шную оптику делать сплошную, а то японцы что-то сильно отставали. Ну понятно, на бюджетных моделях у них-то есть и будут старые лампочки. Я так понимаю, курс планирует, а этот Civic Type, господи. Я где-то видел еще Аккорда нового. Toyota Century. Стоит она новая порядка 150 тысяч долларов. Ну а здесь она еще и в тюнинге. Наверное, как Аурис у нас стоит, либо как два Ауриса. Какое-либо присутствие девушек, оно вообще здесь бесполезно, потому что они все в масках. Ой. Типа я в ответ тоже им киваю, что я и увидел, что мне рукой машут. Но, скорее всего, кадр из какой-то старой японской сказки про разных духов. Чуть-чуть вот видно у них место чуть выше колена. А так-то здесь озабоченных будет просто от них будет трясти людей. Они будут этих девушек бедных фотать. Просто как угорелые. Компания Крона, ну скорее всего это производитель вот этого вот чудесного покрытия. Это у нас Daihatsu, забыл как называется, Taft, по-моему. Здесь идут джимники. Ну, тоже такая, тюнинг хороший, интересный.
под старину сделаны. Тюнинг-индустрия, она в Японии, конечно, огромная, но все спрашивают, как же они потом техосмотр проходят. А вот бог его знает, как они его проходят, видимо, у знакомых. Потому что, конечно, на таких обрезанных пружинах, на таких колесах с такими техническими изменениями по-нормальному техосмотр не пройти. Я сколько в Японии? 2 раза проходил лично. То есть подобных машин я ни на техосмотре ни разу не видел. Всем его пройти нереально. Ну а вы сами понимаете, чтобы снимать это все и потом переустанавливать, там пол машины разломаешь, скорее всего. Поэтому договариваются где-то со знакомыми мастерами, которые делают техосмотр у себя в сервисах. Ну, я думал, взятки платят, но говорят японцы, что ничего они не платят, просто через своих делают и все. Toyota. Что это, Wellfire? Alphard? Наверное, Alphard. Это у нас... Я не знаю, что это. Может, Nissan все-таки? Fairlady? Они даже такой мини-трейлер сделали. Это опять джимни, сделанный под гелика. То есть они вот взяли как-то Alphard, вообще морда на Делику похожа, и переделали его в Lexus. И, наверное, тоже продают. Малолитражная тема. Ну, автобусы. Ну, это вообще очень известный производитель Оллинс. Что у них? Подвеска, наверное, основная. Suspension. Здесь у нас опять Каюк стоит. И 300-ка. Здесь, видимо, машина с трека Fuji Speedway. Скорее всего, для рекламы этого гоночного кольца, этого полигона. Опять хайлюксы. Это у нас Upgarage. Здесь они продают в основном новые, поддержанные все. По всей сети у них идет сетка магазинов. Я там как-то все колеса искал, но так и не купил. Это у нас тоже Хачироку. А, ну, значит, у них есть своя команда. Гоночная. Павильон Дайхатсу. Дайхатсу Роки. Что-то по типу Toyota Rush. Тех еще моделей. Здесь вот такой Daihatsu интересный Атрай. Он сделан как грузовичок. Сверху еще и палатка. В 60-е годы модель Hi-Z Daihatsu. Это у нас тоже Hi-Z Cab. Такие маленькие раньше они были. Ну, видимо, японцы были совсем маленькие, как они в них лазили. Это опять это Daihatsu Atrai. Можно такое даже на охоту. Это все поколения получается. Хайдзета 9-е поколение. 10-е. Такой вот Региус я вначале увидел в России, а не в Японии. Ну, в Японии тоже они стали появляться. Вообще есть, конечно, замечается. У многих автопроизводителей по многим маркам направленность прежде всего на экспорт. То есть он Крузер 300, он
однозначно экспортный вариант машины, потому что для Японии они много его не продадут. Ну и многие спрашивают, есть ли в Японии 200-й с дизельным мотором. Нет, с дизелей тут только есть 150-й Prado, есть Mazda Clean Diesel, есть Nissan X-Trail. А легковых машин японских с дизелем для Японии уже, я не знаю, лет 15, наверное, не выпускается, если не больше. Японцы однозначно поняли, что вреда от дизеля будет гораздо больше, чем от бензина, от гибрида, и японцы ушли в гибридную тему, а Европа почему-то пошла по теме клин-дизеля. Все, уже мы у самой стеночки. Мой любимый розовый краун. Но это еще не в самом последнем кузове. Получается, какой это кузов у нас? Краун седан. Кузов я не помню какой. Ну, наверное, факт в том, что он продается. Я бы хотел такого в Россию привезти для рекламных целей. Не Hilux, а вот такого вот крауна. Супер GT — это самые основные японские гонки, самые известные после Формулы 1. До какого-то времени Сейкен был спонсором одной из команд. Мне кажется, пока спонсором этой команды не стала компания Bosch. Поскольку с Bosch мы давно не работаем, мы расстались не совсем красиво в Японии, поэтому, наверное, и не работаем. Это очередной холл. Я еще в туфлях. Так что ногам уже нормально. Еще у меня плющит после прививки. Я вчера поставил Pfizer. Меня всю ночь морозило, весь вечер трясло. Снимаю пробитой рукой. Если бы не салон, я бы сегодня на работу вообще не пошел, наверное. Так себя достаточно плохо чувствовал. Ну да ладно, что обо мне. Такие вот дома на колесах. Уже это новая решетка. Фара разделена передняя. Футболистов в Японии очень много. Действительно, автомобиль отличается от многих производителей. Двигатель, дизайн, и кузов, и отделка салона другая. Subaru Era, ну, естественно, концепт, гоночный болид.
на лице такие вот красные метки, красно-оранжевые. Это значит стенд Subaru у нас. Сейчас зайдем. Это новая модель Солтер, я таких еще не видел. Тут просить всех отойти бесполезно, но хоть так зафотать. Бренд BBS, эти очень известные. Мне кажется, это не японский бренд, наверное, немецкий, хотя могу быть неправ. Стояла у меня как-то на Одиссее BBS-овская литье. Моделисты — это дочернее ателье Toyota. У меня сейчас, соответственно, Prada моделиста. Все-таки зашел я к моделисту. Всего две машинки, поэтому... О, все, пошла жара. Все, собрались вот эти вот маньяки. Может, она страшная под этим, под этой повязкой своей. Ничего ж не видно. Toyota GR, Toyota Gazoo Racing. Гоночная команда Toyota. Надо зайти. Это Outlander Rally Art. Тоже, наверное, гибрид. Еще немножко 300-го от компании Toyota Ayers. Слава богу, что людей немного. Это у нас хатчероку, что это такое новое? Наверное, она. Комплектация GR. Не ноги кривые, а колготки немножко в стороны.
Тоже такой вот старенький Nissan Silvia. Toyota Harrier, последний кузов. Вот уже вроде тюнинги компании Alpine. Ну и цена 548 манов, это получается порядка 50 тысяч долларов. Новый Bronco, Defender и любимая Delica. Тюнинг ателье MZ Speed. Праздник красивый. Хороший тюнинг. Хайлюкс тоже. Интересно сделан. Здесь опять у нас 300-й. По улицам их очень мало. Я, наверное, видел вот за все это время в Японии 2-3 машины. Это неужели? А, это такой Lexus сделали. Все, пошли девчонки с ушками. В этих, как они? В своих туфельках. Как говорил один мой знакомый, у них еще и трусики с утятками. Чтобы быть уже совсем кавай-кавай. Кавай по-японски милый. Кавай можно называть и собаку, и девушку. И прическу, и машину. Что-то такое очень-очень милое. Но в наш менталитет это слово не особо. Ребятам из Каябы привет. Сейчас пойдем посмотрим Lexus Jaws. Вроде бы в Токио живу, но откуда они столько набрали спорткаров, машин за подобную стоимость? Я их не вижу на улицах. Может, не в тех районах живем? Идем в холлы 9, 10, 11, они находятся в другом здании. Сейчас по дороге встретил коллег с отдела Южной Америки и Азии. Такой вот баги от Lexus концепт. Это, мне кажется, тоже новая модель, либо концепт. По-моему, должна быть полностью электричка. Thank you.
фильм? Ну, ну, не дергался. Это Макларен, наверное. У него суппорты стоят от компании Экибона. Но они этого не указывают здесь. Вся тормозная система от Экибона у него стоит. Вау, они даже маски поснимали. Сегодня японцам будет чем заняться. Их просто уронили. Они что там, на кирпичах, может, стоят? Может, убрали амортизаторы? Такой вот у них развал схождения. Эликвимоли поставляем в Японии мы. В этот раз мы делали павильон совместно с Ликви как раз. Я не знаю, где они такую машину взяли, еще с раскраской под полицию и с эмблемой полицейской. Это уже фетиш по школьницам. Ей на вид явно лет 14. Вот японцы-развратники, любят они это дело. Опять 300-ка. И пошли хайсы под старый стиль. Как его красиво задрали. Это тоже хайдзет или атрай, как его. Так, ну это мини, это понятно. Наверное, хайдзетка. Я был неправ, это Subaru Sambar. Так, все, девочек облепили. Ну, что у нее зубов передних нету, блин. Она в маске. Mm-hmm.
で今の GT も F1 もみんな走りが2ペダルだし、カートもそうだし、だから今時代は完全に2ペダルなんだけど、まあマニュアルの3ペダルで。Опять монстры малолитражные, только вот такие вниз опущенные, поднятые. Феррари Камикадзе, чисто Япония. Обрезали хорька полностью. На дорогах еще не видел Lexus в этом кузове. Альфард, я так понимаю. Honda Elysion. Так сделали. Опять малолитражные гонки, бешеные табуретки. Впервые за 10 лет, за 15, нет, за 12, вижу корейскую машину в Японии. До этого видел в такси были Соната, вот как только-только я в Токио переехал. Но они сразу пропали. Но они пропали, потому что, ну, видимо, ремонтировать их было некому. Возможно, что запас прочности не такой, как у японцев. Японцы нафиг от них отказались. У японцев в основном это Toyota Crown в такси. Crown Comfort, Nissan Crew, такие неубиваемые тачки. Сейчас Japan Taxi. Toyota выпустила гибрида 1,3 литра, наверное, еще и полторашка есть. Есть даже розовые саксиды. Все для любителей этой марки. Японцы часто принят. Опускают, поднимают, но чтобы розовый был. Это, видимо, про бокс такой сделали. По идее, бюджетная машина, рабочая лошадка. А вот так. Будем двигаться к выходу. Все, ребята, тут самый секас. Еще и девочки не японские, или японка это? Японка, не японка. Ей там дышать-то нормально?
Хотя ей можно без маски. Там экран. Ведьма какая-то подползла. Все, девчонок убрали. Блин, повезло. Пошли переодеваться. Хоть как-то вышли они из ситуации. Блять, ну как в масках? Ну не видно же вас вообще. Тут мы уже были, наверное. Да, были. Сейчас видео без девчонок. Просто. Она получается продается. Но это стартовая цена. Ferrari F40. Что, почти 200 тысяч долларов. Ну, видимо, она в каких-то участвовала в гонках и что-то на ней брали. Ну, может, они так и стоят. Это у нас Левин. Труэна. Такой был Токио автосалон 2022. Всем спасибо.